Первый поток отдыхающих по линии здравоохранения отправился в водолечебницу, расположенную в Наготне Знаужского района. Уже не первый год она привлекает отдыхающих не только красотой края, но и лечебными свойствами. Сероводородные ванны оказывают специфическое действие на организм человека. Их используют в комплексном лечении больных, страдающих самыми разными заболеваниями. Группа состоит из 13 человек. Пока направляются такие категории, как одинокие малоимущие граждане, наши пенсионеры, инвалиды, заслуженные люди нашей республики. И дальше тоже мы будем продолжать вот эту программу. В этом году мы еще добавили такую категорию граждан, как люди, переболевшие в особо тяжелой форме ковид. 19. Вот таких граждан мы тоже будем направлять на реабилитацию. Группа едет на 10 дней. Следующая группа уже, конечно, формируется. Мы принимаем заявления, еще раз повторяю, от вышеперечисленных категорий граждан. Будем продолжать программу, конечно, до конца сезона. Лечебные ванны улучшают состояние центральной и периферической нервной системы, снижают артериальное давление и способствуют улучшению работы опорно-двигательной системы. Урзнам кесем бойдаин сен дарос дзютан, ма тинг довул не родстан, ма цахта дар ма ис ма мен ма суст офта дар рисенс ма ма магас камен хурс тинг хурс фатис, ма тайрен дар ростам путув кама ха, чинен сарот тодун сарам бунта дар бира кадам на фатсаму дун дар. Тенгорах фашем бойдаин нагутима улефема. Мекахтам штар беспокоит канем бойдаин, чи меро хатем бойде фахус дар бейн. И очень хороший дружный там коллектив, очень хорошее обслуживание, очень внимательные. Водолечебница расположена в таком сказочном природном уголке, что привлекает внимание не только цхинвальцев, но и гостей республики. Ама колхшатан, ма общем тенгмен бахускута, ма жачка вершам пойда, малхаттар фарун манаш пандемит хен на бунниси, фала нави аластар пайм пойда, ма тенг да волнистам, я этот директор Володя, стекушче та юлдар тенг курс на принимат кенч, тенг курс гдаунен кенч, юлдар курс общем обслуживание, все да волнистам. За время потока в 10 дней отдыхающие сплачиваются в один коллектив. Дружно ходят как на процедуры, так и в столовую. Полноценное трехразовое питание. Каждому отдыхающему предлагается на выбор несколько блюд. И каждый может сам выбрать свое меню. Руководством водолечебницы создаются все условия для полноценного и всестороннего отдыха и лечения. Правда, со всем этим есть и проблемы, которые постепенно устраняются. Надо отметить и то, что обслуживающий персонал очень внимательный ко всем. Лена Газаева, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня.